Вы смотрите видео об отеле Акробарат. Старое название Дедеман. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Акробарат, старое название Дедеман, расположен в стране Турция в регионе Анталии и относится к классу гостиниц с числом звезд 5. В 15 километрах от аэропорта Анталии, в центре города, на берегу моря. Гости Барат Акро Парк смогут пользоваться услугами отеля Барат Акро. Территория гостиницы занимает 44 900 квадратных метров. Отель расположен в центре города. Современные номера, качественный сервис. Компактная территория. Рекомендуем для проведения корпоративных мероприятий и спокойного размеренного отдыха. На территории отеля имеется прачечная, магазины, конференц-залы, 18 на 50 700 человек, кабинет врача, у бассейна полотенце бесплатно, крытые бассейны 1, бассейны 3 открытые. Wi-Fi бесплатно на всей территории отеля. Парикмахерская. Рестораны 1. Бары 3. Спа-центр Техлайфко. Рестораны а-ла-карт 2 по предварительной записи платно. У бассейна зонтики, шезлонги, матрасы бесплатно. Диетическое меню. Химчистка. В номерах есть. Телевизор, русский канал. Wi-Fi бесплатно. Телефон. Фен. Пол. Ламинат. Рум-сервис круглосуточно платно. Уборка номера ежедневно. Сейф в номере бесплатно. Халат. Набор для приготовления чая, кофе. Мини-бар бесплатно, вода ежедневно. Балкон. Кондиционер центральный. Смена белья ежедневно. Душ. Номерной фонд отеля состоит из Deluxe Room Sea View, Executive Deluxe Room Sea View, Mediterranean Suite, Executive Deluxe Room City View, Grand Deluxe Sea View, Corner Suite Sea View, Deluxe Room City View. Также бесплатно доступны живая музыка, парная, теннисный корт 4 с жестким покрытием, тренажерный зал, сауна, турецкая баня хамам, аэробика. За дополнительную плату имеется джакузи, массаж, прокат теннисных ракеток и мячей, освещение теннисного корта, уроки тенниса, баскетбол. Для детей есть детский бассейн, услуги няни платно, детская кроватка, детский складной стул на колесиках, радионяня, ходунки, матрасик для пеленания, детская ванночка, горшок или сиденье на унитаз, детский шампунь и мыло, слинги, слюнявчик, детский стульчик, подогреватель для бутылочек, салфетки для детей, чайник, молоко, детский стульчик для кормления, собственный пляж-платформа. На пляже полотенца, зонтики, шезлонги, матрасы бесплатно. Год постройки гостиницы – 1989. Год, когда был сделан последний ремонт – 2014. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.